Слава Украине! Героям слава! Чип-ч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 ип
Есть там что с украинцами? Ну, уже нет. Buenos dias, или как говорят на Украине, здравствуйте. Это последняя, завершающая серия из нашего путешествия по Незалежной. К просмотру приглашаются люди, не лишенные чувства юмора, ну и остальные тоже подтягивайтесь. В предыдущих сериях мы с бывшим ментом Чаусовым и Дынечкой проехали Киев, Тернополь. Я люблю Украину. Я не люблю русских, и зря вы сюда приехали. Черновцы и гуцульские села. Гуцулом! Хуян, гуцулом! Жмите на подсказки вверху, если вы что-то из этого пропустили. В этой серии Львов и все, что вокруг него. Как западенцы едят младенцев, Бандера, Петлюра, сало Украины и все в таком духе. Погнали! Этот участок, прямо лучшая дорога в Украине. Интересно, куда она ведет, скорее всего, до дома-музея Бандеры. Мать, как к Бандере проехать? Имел, интересно, Бандера успех у женщин, смотря на свой маленький рост. Слушай, ну сколько он маленький-то был? 1.20 метра? Ну прям вот на фотографиях вообще видно, что он на табуретке стоит, особенно на групповых. Родной дом Степана Бандеры, а также музей его имени, находится в селе Старый Угринов, недалеко от Ивано-Франковска. А вам нравится Бандера как мужчина? Я же Бандера не знаю как мужчина. Не, ну вот чисто визуально. Да вы постоянно сидите напротив него. Хорошо, ваш тип мужчина. А вот это уже его родной дом и памятник рядом с ним. Ну а тебе-то нравится Бандера как мужчина? Нет. Ты же знаешь, я точек не люблю. А вы главное по хате, да? Главное. Старший куда пошлет. Ну а вам-то Бандера нравится как мужчина? Дуже. Дуже? Да. А то я смотрю, тут вот ваша коллега сказала, что нет. А что? Говорит, не нравится мне вот такой тип. А, ну то может и не, а мне сказал. Бандера прийде, порядок нам іде. Що? Бандера прийде, порядок нам іде. Усі кричать. Бандера прийде, порядок нам іде. Вообще по тем именам богато это считается? Да. Угу. А вот еще вопрос, а что у вас в пакете из музея? Всего из гостей, чтобы я не пришла с дома. Хорошо. Ты на зубы его посмотрела? Так чего у Бандеры с зубами-то не... Сегодня в нашей рубрике «Заключение стоматологического эксперта» наш эксперт Дынечка, которая всегда оценивает в принципе общаться с людьми или не общаться исключительно по прикусу, разбирает прикус Бандеры. В детстве за мальчиком плохо следили, и он долго сосал соску. Бандера сосал долго соску. За этого у него вышли вперед передние резцы. Может быть, из-за этого... У него и возникли определенные комплексы, комплексы в взрослом возрасте уже. О каких комплексах ты говоришь? Комплекс вины, комплекс усталого человека, комплекс потери волос в раннем возрасте, комплекс проживания в большом доме. Ну так что еще-то про него известно? Ну я видел фотографии, где такие ворота и написано «Хайль Гитлер». Да здравствует Бандера. Ну, в общем, за плохих он, да, играл плохо? Ну, украинцы-то думают наоборот. А, я знаю, кто как Бандеру читал, как его убили. Степан Бандера, живя в Мюнхене, ехал с двумя охранниками из магазина домой. У подъезда он отпустил их и зашел внутрь. Там его уже ждал агент КГБ Богдан Сташинский, подготовивший пистолет-шприц, начиненный цианистым калием. Увидев его, Бандера спросил, что вы здесь делаете, после чего Сташинский выстрелил ему в область лица и тут же убежал. Вот такая вот смерть. Вот смотри, Википедия говорит, что он в молодости был известен под псевдонимами. Приготовьтесь. Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых. Давай, давай, Петька, выговори. Рых. А где баба? А вы откуда? С Москвы. Там мой брат живет, але в Толяхе, Самарская область. Да, с дорогами на западе пиздец. Комментарии будут такие. Да вы просто не по той трассе поехали. А почему пока светит трасса? У нас же есть хорошая. Ну потому что вы как нищеброды ехали черти где. Нашли самую упругую трассу и поехали по ней. Мы ждем этих комментариев.
Короче, подписчик Ивана Франковска не смог поселить у себя в квартире, ну, в какой-то своей еще квартире, и взял, так сказать, снял нам номер прямо в синагоге. Люкс. То ли от украинских дорог, то ли от сбунтовавшихся русофобов, но колесо на утро пришел пиздец. Да. Да. Дела. Приплыли. Главный механик Чаусов. Единственный. Единственный механик Чаусов. Сейчас будет его менять. Механик из Чаусова, конечно, тот еще, но благодаря помощи случайных прохожих и Ивана Франковского подписчика Ивана, мы снова можем продолжать путешествие. Чуден град Ивана Франковск. Мы его, правда, почти не видели, но он все равно чудесен. Дата нарисовалась. А ну-ка, Евгений. 25 мая 1926 года в Париже был убит Симон Петлюра. Как убил-то? Сейчас. Петлюра в эмиграции жил в Париже. Однажды к нему на бульваре Сен-Мишель подошел человек и спросил по-украински, Петлюра ли он, после чего трижды в него выстрелил. Далее спокойно остался ждать полицию, который сообщил, что застрелил убийцу. Человека звали Самуил Шварцбург. И мстил он Петлюре за еврейские погромы гражданской войны. Через полтора года Шварцбурга полностью оправдали. Вот и все. Вот такая вот смерть. Я придумал один вопросик, поскольку мы поселились по адресу улицы Леси Украинки, 41. Я думаю, хозяина нужно спросить. Ну и каково вам постоянно жить в 41-м? Или тонковато? Предупредите заранее. Написали, написали за полтора часа до этого. И они говорят, 20 минут, полчасика сейчас, буквально. Двухкомнатная квартира в центре Львова обошлась нам в 1800 гривен за две ночи. По мне так это очень дешево. Ну что же, отправимся осмотреть питейно-едальные заведения Львова, коими город очень богат. Кормить во Львове и вообще в Украине любят и умеют. И все это будет очень дешево. Ну, маэстро, давайте. А по-шахонски есть? Даниловский. Ребят, ну давайте, Костомской. Даже аристократические посиделки с сыром и вином на 5 человек выйдут где-то на 1700 рублей на наши деньги. О, это замечательное место, которое называется Пьяная Вишня. Здесь, в общем-то, есть только одно. Пьяная Вишня. Это напиток 24-градусный. И это, наверное, сейчас самое популярное место в городе. Тут будет очередь вот так вот, 50 метров. Все будет забито. Потому что это безумно популярное место. У них сейчас есть несколько филиалов по городу. А, 5 по 100, Бурласочка. 5 по 100. Зараз, хлопці, до сюди. І дівчата. Хлопці, дівчата, до сюди. Бандерівці були бульбовці, потім була небольшая гражданська війна, як всегда в історії України. І как бы, фракція бандерівців победила, і стала, в общем-то, армія, в якій було більше 100 тисяч чоловік. І ще більше 100 тисяч чоловік було в это, в тилових, не в тилових, а миллион. В поддержку. Не, ну не миллион. Да, армия воевала одновременно и против немцев, и против советских солдат. Всех. Да. Да. Против поляков в армии краевой, тоже ополчение польского. Против венгров. Да, и воевали, и воевали они до 1961 года. Карл II подписал договор. И все. А Карл XII, он был... Украл кораллы. Нет, он был... Странно, да? Нет, странно. Только Пьяной Вишни еще масса филиалов по городу. Но будьте осторожны, выявлен факт недолива. Вы недолили, я видел. Да, и я. Раз надо пошло, и я. Ну, не знаю, выкручивайтесь как хотите теперь. Мы завсегдата этого заведения, мы знаем, до какой кромочки должно доливаться. Какого заусенца? Так, будем скандалить. Будь придумали. Ну, все бачили. На следующий день в Киеве должен был состояться финал Лиги Чемпионов. Но кое-кто из английских фанатов не спешил покидать Львов. Может им сказать, что финал завтра, потому что они могут... И в другом городе! Hey guys, you know that final is not in Lviv. In Kiev. So you are going train tomorrow? Train. Oh, train. 6 a.m. Okay. 6 in the morning. So today drinking and then there you go. А вот еще одно заведение. Мы сейчас находимся в пивном театре «Правда». Это такой ресторан крафтового пива, и они варят много разных сортов пива. Но причем, когда у них партия заканчивается, они не продолжают ее, а придумывают новый сорт. Так, к примеру, вот
купила Батяр. Да. Батяр — это такая была львовская субкультура между двух мировых войн. Это были такие местные раздолбаи, которые ходили, пухали, веселились. Еще не знаю, с кем их сравнить. Это такой очень-очень плотный стал, это Бама Холл. Кстати, советую, если есть на разливное, можем его взять. Свято, это Ренат Ахметов, донецкий олигарх. Шахтер, который. Да, который владелец Шахтера. О, есть, да, пиво называется Путин Хуйло. А, видите, тут Путин с маленьким-маленьким медведем, он держит в руках Боинг малазийский, который, как сегодня, окончательно решили, сбила Россия. Все те этикетки, которые представлены, они могут быть и в виде магнитов, да? Да. Возьмем Путина. Это открывашки, да, я понимаю? А, ну да. Также есть майки. Кого? А на втором этаже ресторана творился какой-то прекрасный бардак. Люди дули в трубы, били бутылками по столу и танцевали под червоную руту. Запретили, а потом появился Евро 2012. На Евро 2012 сказал: ну слушайте, ну мы же не можем европейских фанатов кошмарить за то, что они бухают на улице. И на время Евро 2012 разрешили снова. А потом просто все настолько снова приехали. Не-не, стой, не трогай полицейского. Что ты давишь? Нет. Класс. Это за счет. Выпадет, да? Что? Выпадет, дружки, да. Ну у нас нема чого, у нас у самого большого штука. Да. Не, друже. Не-не-не, забыли. Не, друже, ты. Что за благотворительность? Прикинь, сейчас подошел, короче, чувак, положил нам на... Что он по-украински сказал? Не, он сказал, выпить треба, то есть выпить нужно. Положил 100 гривен и ушел. Вот это все, а верхние этажи, это жилое? Ну, кое-что еще жилое. Я, кстати, очень сочувствую этим людям. И нам всегда было интересно, что заставляет людей тут жить. Потому что им предлагают продать все эти квартиры за сумасшедшие деньги, которые можно купить две таких же, но в 500 метрах. Но люди живут, ненавидят туристов, ненавидят власти, которые этих туристов поприглашали в город. Один раз мы были тут во дворике, и там была презентация книжки. Пианино играло, человек читал свои рассказы, стихи читали. Выглядывает бабушка такая: а ну, замолчите, надоело! Ела тут всякое шумите, я сейчас на вас кипяток вылью. Я тебе нашел коврик для твоей квартиры в порту, потому что у тебя Путин нарисован, и Путин может же быть на коврике. Ну и, конечно, стоит сказать о прекрасных львовских сувенирах на определенную тематику. Ох уж эти прекрасные украинские сувениры, но и они несут в себе разочарование. Например, Путин у них только на стартовой странице. А дальше это обычный рулон бумаги. Хотя, в принципе, в Москве столько же стоит туалетка, но только без Путина. Стоило ли везти два рулона туалетной бумаги через границу? Ну а теперь ваша любимая реклама, которую вы никогда не пропускаете. Сегодня у нас Михаил Афанасьевич Булгаков. Куда идти? Тут на хлеб я не отрубил. Страшная страна Украина. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, 800 тысяч войск. Откуда взялась такая страшная сила? Елена Васильевна, плюньте вы на этого Петлюру. Пойдемте в гостиную. У нас сейчас там новая рекламная интеграция будет. Господа офицеры, я думаю, пришло время расти дальше в студийном оформлении канала. И потому я решил купить фон. Естественно, белый. Потому что надоела уже эта перспектива комнаты на заднем плане. Думаете, почему я выбрал интернет-магазин Waymart? Никакого понятия не имею. Я не знаю, почему. Может, у него... Точно, дешевый. Фон со стойками у них стоит всего 5000 рублей. Фотооборудование, свет, звук, хромакей. В общем, все дела. Ну, свет у нас и так есть, так что ограничимся только фоном. Что ж, господа офицеры, это последние серии, так сказать, при старом режиме. Теперь знаете, как заживем? Ого-го. Ого-го.
Загвоздка лишь в том, что бесплатная доставка работает только при покупке от 15 тысяч рублей. Но доставка зато мега быстрая. Обещали сегодня не позже 3 часов дня. Слышите ли? Самое позднее в 3 часа дня. Так что за это можно... Еще по глотку. Обмоем покупку. Господа офицеры. Ах да, забыл сказать еще про промокод. С промокодом Петенька Планетка скидка будет 3%. Дьявол. Сатана! Поручик, падок на скидки. Да и доктор, я смотрю, тоже. Торопитесь и вы, ставьте на паузу и прямо сейчас переходите на сайт Baymart. Серия подождет, и я вместе с ней. Ссылка будет прямо в описании к этому видео. Я так-то не шучу и жду, пока вы не перейдете по ссылке или откроете ее в соседнем окне. Это как минимум полезно для развития канала, ну и как максимум, может быть, для себя найдете что-то хорошее. Вот теперь молодцы. Можешь даже идти первым. Что-то мне не нравится это. Ощущение, что сейчас кто-то должен с кустов напасть. Слава Украине! Героям слава! Прикрутся, уже зачекались! Слава Украине! Ты не знаешь, что отвечать надо? Привет! Ладно, ладно, это ничего опасного. Просто во время Второй мировой войны здесь действовало подполье, которое боролось против советской власти за свободную и независимую Украину. Вот та самая украинская повстанческая армия УПА, про которую наверняка все слышали. Украинское подполье продержалось до середины 50-х годов, то есть через 10 лет после войны, когда их всех уничтожили, схрон засыпали и забыли на долгие годы. А теперь вот тут музей повстанческой армии, Криивка. Там, конечно, начался поджог на тему российско-украинских отношений. Смотрим! Кого вы привели? Кого вы там привели? Так як Криївка об'єкт був завжди таємничий, засекречений, то всі, хто приходить сюди, я перевіряю. Перевіряю я на знання, чи вміють додавати до 10, рахувати до 10. А що до 10? Считати. По-німецьки, да? Ні, ні, ні. 104 роки тому назад тут відбувалися бої під час Першої світової війни. З одного боку австро-угорська армія, в якій були українці із Західної України, а з другого боку російська армія, в якій були українці з Центральної, Південної, Північної, Східної України. І фактично українці вбивали українців. По-третє, тут була справжня Криївка української повстанської армії, УПА. А от було дерево таке велике, і дупло було, і там залізали, і там... Ага. А ви можете показати собі, як в дупло? Да. А є де-небудь тут? Дякую. Заходьте. Ну, ладно. Уявіть, що тут дверей не було, і тут була постійно ніч. А треба було не тільки спати і сидіти, а треба було ще й працювати. І вони використовували для освітлення ось такі газові лампи. То вони мали бути, ну що, нормально? Да, нормально. Я взагалі тут залишився, прохладник. Треба було навкарачки їсти. Ото все пов'язано було з роботою, з землею. У 70-х роках ото приміщення провалилося, лісники рубали ліс, побачили, подзвонили, прийшли КДБшники, тут цілий місяць солдати рили, все нутріцьке розібрали, бо шукали повстанські документи. Хто читав? Шукав УПА относились к алкоголю і тютюну. УПА каралося смертю за втрату зброї, зраду батьківщини, за п'янку. Родной. Значить, то ППС, ага. Сечкіна, 43-44 рік відпускався, а це Шмайсер. Ні, це не Шмайсер, це МП-40. Поїдете десь в Москву, то прийму зразу. Край села Басівка на Галичині, гинули в Криївці друзі молоді, перший псевдоскорий, другий псевдокруг.
Бандера, як проголосили во Львове свободную Украину, то его арештовали, и он сидел в концтаборе. Нет, это понятно, до этого-то. Нет. Он никого не убивал. Понял. Я просто читал до этого, когда с поляками вот вел он тоже борьбу, и они убили какого-то то ли профессора. Но то не вин. Это случайно. Але не случайно. Ну, то есть было такое? Нет, да. Такая война. Было. Нет, это до войны было. Нет, это до войны. Это убили министра внутренних справ. Да. Ну, то есть убивали кого-то. Да. Но это нормально было. Это борьба за независимость. Убивать профессора — это борьба за независимость. Нет, это не профессора. Это министра внутренних дел. Больше никого, только одного министра убили. Секретаря посольства Советского. Секретаря посольства тоже. Тоже нормально. А для чего они убили? Я не знаю. Борьбы за некую независимость там. Вот то же самое, по сути, например, с Чечней. Вся эта история. Но понимаешь, люди, например, когда захватывают школу или больницу, или театральный центр. Ну вот это как бы уже не совсем борьба за свободу. Они тут тоже для себя наверняка оправдывают. Без выхода, разумеете? То есть это тоже нормально? То есть школу с детьми захватить, это борьба за независимость. Но там же и население поддерживает. Ну, малый процент. Ну, все равно поддерживает. Я думаю, достаточный. Поверь, там малый процент. Ты куда? Ну, слушай, я тебе скажу, что если не было поддержки, уже там давно закончилось. Ну, да. Ну, знаешь, там 5% городских сумасшедших и еще несколько тысяч человек с оружием пришло. Ну да, вот, но остальные и молчат. Если бы они не молчали, то и другое дело. Что сделать против людей с оружием? Вот что, вот пришли люди с оружием, что против них сделать? С ножами на них кидаться или что? Если бы УПА не поддерживало население, 10 лет они бы не воевали. Смотрите, тогда можно сказать, а если бы украинцы не поддерживали советскую армию, Украина была бы свободная. Ну, как бы пришла армия и уже не спрашивала. Знаете, насчет этого есть очень хорошая фраза Путина. А Чаусов смелый чувак. Если бы у бабушки был бы, то она была бы дедушкой. Поэтому, сейчас это просто? Все эти размышления. Если бы так, как бы, кто знает. Вот получилось так. Украина очень мало делала для того, чтобы на Востоке те, что там стали украинцами. Зато Россия все делала для того, чтобы там было настроение против Украины. В Донецке были огромные митинги за Украину. Просто у митингов за Украину участников не было оружия, а участников за Россию пришло оружие. Вот поэтому они победили. Я с тобой положусь. Там были огромнейшие митинги за Украину. Просто про них тоже не говорят. Помагаємо їм, і Угорщині допомагаємо, у Німеччині допомагаємо, Кубі допомагаємо, усім допомагаємо, а нас не люблять. А не люблять чого? Не люблять те, що диктують свої права, свої умови. Ми хочемо жити вільно. Ми теж хочемо, щоб росіяни були вільно. Я ніколи не був проти Росії. Я навіть ніколи не сподівався, що то Росія може тут відчепити від нас так Крим, чи щоб оце стільки смертей було у Донецьку, у Луганську. А то ж Росія винувата. А хто? Я не в курсі. А хто відтяпав Крим? Я думав, в 20-му столітті я... Наших войск там не було. Розумієте? Шутка. Я поясню. Нам немає що ділити. Ну да. Мені нічого. Тебе? О чем річ саш? Ділити є там що з українцями? Ну, уже нет. Нет, конечно, нет. Да нет. Ну, да, такие дела бывают. Зато сейчас море побольше, можно покупаться. Ну. Все, на этом мы порешим. Да. Ну, але, бачишь. Кто скажет, коли були створені перші загони УПА? Сейчас подумаю. Я думаю, в 42-м году. Правильно. Прошу, Манітик. А где? В Украине. Так. Ну, все, еще один. Розігрується календарик. Сказати, яке місто в Україні? Який город в Україні? Складається з одного чоловічого імені і ста жіночих. Всі знаєте то місто. І ста жінських. Севастополь. О, так, календарик. А це разве в Україні? Ну так. Ну все правильно, да. Дуже радий був з вами познайомитися. Взаимно, да. Спасибо за очень интересный рассказ. Очень, кстати, адекватная была реакция вот у этого дедушки на его спор с Чаусом. Вечером еще написал и поблагодарил, что приехали, потому что вот говорит, хорошо, когда вот есть дискуссии,
когда есть спор, когда есть разные точки зрения. И ведь правда. Ну что же, пришло время испытать себя главным национальным продуктом – салом Украины. О, сало. Я сало не ем. И я сало не ем. Молодец. И что мы там будем есть? Мы там будем есть сало. Сало – це відома річ на всій землі. Сало люблять і дорослі, і малі. Там, де горілка і самогон, сало найкращий закусон. Сало я люблю. Слушайте, ну я, конечно, вот заказал бы себе член из сала. И даже не так жалко 300 гривен. Я просто реально такой объем не осилю. Я предлагаю взять суши, ролл с названием «Сельский гламур». А напитки здесь тоже на основе сала? Ну здесь, по идее, есть саловая настойка. Сука, саловая настойка. Так, ну что же, приступим к тому, что я терпеть не могу. Сало с хреном, с горчичкой, огурчиком и картошкой. Настоящие украинские суши. Ну не говори, что тебе не нравится. Что это за лицо? Это отвратительно. Да, это офигительно. Но лук, конечно, да. А, бля, я чувствую, что там еще не то. Там еще и лук. Нет, все. Все чисто из уважения к стране еще одну и все, максимум. Блин, да его тут до хрена натолкали-то. Бля, хорошо, что мы члены заказали из сала, а? По-моему, это офигительная идея. Вот, мы наконец-то в туалете этого заведения. Там сделан подводную лодку. Ну и музыка соответствующая. Очень люблю Queen. Это было ужасно. В своей жизни я много ел всякой дряни в экзотических странах и еще черти где. Но сало – это отвратительно. До сих пор вспоминают этот ужасный вкус. Короче, во Львове ощущается жутко неприличным поза по собачьей. Почему, непонятно. Почему, непонятно. Зато, как рассказывают люди, я сам не знаю. Зато, как рассказывают люди, я сам не знаю. Минет сексом не считается. А это даже и... А, давай обоснуй для зрителей, почему Дунаев и почему мы вообще здесь идем. А, почему улица Дунаева? Потому что, когда в начале 90-х в Чечне началась война, а в Чечне было на тот момент... уже люди с капиталом. И власти Львова подумали о том, что давайте пригласим чеченских борцов за независимость и за свободу. Их бизнесменов, вернее, во Львов. Они привезут здесь деньги, инвестируют в экономику. Ну, чтобы им было приятно, назовем одну из улиц улицей Джохара Дудаева. Само собой приехали чеченцы, которые не очень хотели инвестировать, а очень хотели, наоборот, даже грабить. Их быстренько позакапывали по посадкам, но улица Дудаева так в городе и осталась. То есть, если ничего из этой затеи не вышло, взять и отколупать табличку и вернуть имя Лермонтова. Дудаев воспринимается как защитник свободы собственного народа, а Лермонтов, он же был имперский офицер, который воевал на Кавказе и завоевывал кавказские народы. То есть он был рукой империализма российского. То есть Лермонтова тут уважать не за что. А Чудаева, в принципе, можно уважать за его проигранную, но то, что он посмел поднять голову, подумать о... Все очень непросто в этом городе Львов. Кафе имени виднейшего представителя мазохизма Леопольда фон Захер Мазоха находится во Львове на Сербской улице. Не удивляйтесь, если при входе в него или во время возлияний вас отхлестают по полной. Такова концепция заведения. Выглядит стремновато, согласен, но многие за этим сюда и приходят. Накануне мы сходили туда без Дынечки и Чаусова, но после моей рекламы все захотели там побывать. Вот. И она говорит, раздевайся. А я даже не помню, какие у меня трусы. А народ еще, ну как бы там еще какой-то столик сидел. Так. И говорит, вставай на колени. Каминал. И что она сказала? Я тебя буду хлестать 10 раз, и ты после каждого будешь говорить, дякую, моя володарка. Зачем я штаны-то снимал, я не понимаю, потому что она хлестала по спине. Короче, мы снова в заведении Мазах, где мы были вчера. Но сегодня мы с другой целью. Хочу посмотреть на тебя со спущенными штанами, снятой футболкой и начать. Я не хочу, но я посмотрю. Важно лишь было подговорить официантку, чтоб вытащила из-за столиков нужных людей.
но первым почему-то вытащили меня. Снимай, снимай! Давай! Давай! Вот, посмотрите! Вот, смотри. Хорошо! А, чья работа? И штаны снимай! Снимай! И штаны тоже снимай! Вот так, да! Вот так нормально! На прошлой неделе у нас был стрим, который подстегивает на донаты даже тех, кто от них уворачивается. Кто даже представить себе не может, сколько труда занимает каждая такая серия. Так что респект следующим людям. Будь как они. Подожди, давай вниз покрасим в желтый. Да, я тоже об этом подумал. Как они вместе? А нормально? Ты умеешь подбирать эту библиотеку-то? Ведь у вас что-то случилось? Нет. Ну, вы просто такой несчастный. Вы хотели вас развеселить как-то? Да не, ничего, тут слухайте, это работа. А скажите, пожалуйста, а что у вас в трудовой написано? Да, ну, детей на работу. Ну, удачи вам. Без трудовой. А, без трудовой. Да. Это львовская кофейная шахта. Во Львове кофе добывают в шахтах. Я серьезно? Вы сейчас туда зайдете, вы все поймете. Да, кофе во Львове добывают в шахтах. Но более прекрасна именно подача его к столу. И говорится о том, что 108 человек погибло во время Майдана, а пострадало 2500 человек уже... Прошло 1500 сколько-то там дней, и наказали всего одного человека за это время. А кого? Я не знаю, это о чем это вообще инсталляция. Но суть в том, что не наказали никого из тех, кто отдавал приказы и убивал людей на Майдане. Но одного наказали, который не отдавал приказ. Че за дела? Сейчас погоди, Маша, держи сувениры. Кто здесь вообще пил? А сколько штрафов? Давайте просто, ну, узнаем, кто пил и разберемся. Ты-то пил, понятное дело. А он пел. Давайте скинемся. Сколько надо скинуться? 255. Ребята, ну реально люди приехали, туристы. Попорядочные? Не надо штрафовать, пожалуйста. Сколько? У меня два есть. Деньги! Он мне ту! Ладно, четыре. Это не Бангладеш, Женька. Это же не штраф. Попорядочные? Скорее, попорядочные. Не будет штрафа, расходится. Штрафа не будет. Ну чего, не кидать, что ли, ему тогда?
А в чем претензия-то? По 11 нет. Ну, во-первых, плохо пел? До 10 нельзя. А, до 10 у них нельзя. Ну, фальшиво. А? Фальшиво. Не, не в этом дело. Ну, немного это было. Ну, так. Ты вообще не слушал, а ты как-то... Я не слушал, нет, но я предполагаю просто. Вы из Беларуси? Нет, из России. Короче, мы поехали на мойку самообслуживания во Львове. Самвош. Самвош. Это не ругательство. Это жетоны выдает. Один жетон 10 гривен, 25 рублей. Прогресс добрался не только на львовские мойки, но и во львовские трамваи. Проезд в них можно оплатить с помощью мобильного приложения. А откуда деньги снимаются? С моей карточки, это онлайн-банкинг. Закомпостировать. То, что Львов город невообразимо прекрасен, знают все. Так что чего лишний раз об этом говорить? Ну, я скажу, город реально чудесен. Ну и все. Погнали дальше. Ну вот на этом и все. Время возвращаться домой. Украина, как и ожидалось, оказалась прекрасной страной. Совсем не такой, как ее представляют в российских СМИ. Все как обычно, ставьте лайк, кому понравилась эта серия. Ставьте дизлайк, если у вас туго с чувством юмора. Пишите комментарии, в которых можете оставлять, как обычно, обыкновенный плюс. И то сгодится. А если что-то по-серьезному, так вообще красота. Пишите хорошие комментарии, я все их читаю и всегда им рад. Пишите плохие, если вы украинский русофоб. Ну там, конечно, пиздец, там как будто с одной методички все списано. Ну ладно, наплевать, эти люди тоже имеют право на существование. Проверяйте подписку, стоит ли колокольчик, а если вы еще не подписаны на этот канал, то самое лучшее вы пока еще не пропустили. Вот теперь чао. 10 веков назад был я почтенный рыцарь, мешали мне глупые лица, доспехи мешали мне.